Для Анастасии выступать на сцене в роли ведущей – дело привычное. Девушка признается, перед началом праздника совсем не волновалась. Наоборот, ей очень нравится быть в центре внимания. Мне руководство предложило быть ведущей, я с удовольствием согласилась, мне очень понравилось. Я поздравила первоклассников, студентов с 1 сентября. В Самаре в социально-реабилитационном центре «Ровесник» прошел праздник «День знаний». Ребята разделились на команды для того, чтобы поучаствовать в развлекательном квесте «В знании сила». Задания были разные – собрать конструктор из мягких кубиков, посоревноваться в перетягивании каната, попробовать себя в искусстве каллиграфии. Также ребята смогли погрузиться в мир виртуальной реальности. Мероприятие очень познавательное. В знании действительно сила. По словам специалистов, такие праздники для детей, оставшихся без попечения родителей, просто необходимы. Ведь каждому порой хочется почувствовать себя нужным. Мы все понимаем, что дети – это наше будущее. И как мы к детям будем относиться, так сказать, с любовью, с пониманием, и как мы их воспитаем, мы таким образом получим и наше будущее. 9 первоклассников получили в подарок школьные принадлежности. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.